Всем привет, уважаемые зрители! С вами канал Underworld и его ведущий Степпл. В канун Нового года хочу сначала немножко вспомнить о событиях уходящего 2015 года. Год был очень насыщенным, удалось посетить очень много различных интересных объектов, в том числе и тех, которые я считал долгое время намертво запиленными. В этом году я встретил очень много интересных людей, которые без сомнения сделали этот год более интересным, более богатым на события. Хочу всех вас поблагодарить, сказать огромное спасибо всем зрителям канала Underworld, всем подписчикам за то, что в уходящем году вы были с нами. Оставайтесь в следующем году тоже с нашим каналом, будет очень много интересного. Есть планы на следующий год посетить очень интересные объекты не только в Москве, но и в других городах и регионах. Если все сложится, будет очень много интересного материала. Всем вам, дорогие зрители, я хочу пожелать в наступающем году счастья, успехов во всех ваших начинаниях. Чтобы все в вашей жизни складывалось хорошо, чтобы неприятности по возможности обходили вас стороной. Людям, которые разделяют наше увлечение, занимаются индустриальным туризмом, посещают различные объекты, заброшенные и не только, иногда и охраняемые, хочу пожелать удачных беспалевных палаток. Тем более это будет актуально в следующем году в связи с тем, что наша уважаемая Госдума приняла законопроект, направленный на повышение штрафов и даже на введение реальных уголовных сроков для диггеров и сталкеров. Поэтому лазайте аккуратнее, беспалевных вам полазок, счастья вам, дорогие друзья, успехов во всех ваших начинаниях. С наступающим 2016 годом! Оставайтесь с нами на канале! Смотрите «Сталк на мель комбинат» и «Дик по историческим подвалам», а также подписывайтесь на наш канал.